всех приветствую. Продолжаем знакомиться с интересными людьми, актрисами. Зита Йога. Имя при рождении Элизабет Йога. Австрийско-американская актриса известна своей ролью в фильме Карла Фройнда «Мумия» 1932 года с Борисом Карлофом в главной роли. Немецкоговорящая швабка из Баната Зита Йоган, урожденная Элизабет Йоган, родилась в деревне недалеко от Тимишоары, Австро-Венгрии. Сейчас эта деревня является частью Румынии. Ее отец, гусарский офицер по имени Стефан Йоган, эмигрировал со своей семьей в Соединенные Штаты в 1911 году. Я цитирую Википедию, данных не очень много. Дебютировала на Бродвее в 1924 году и впервые снялась в кино в фильме «Гриффита» в 1931 году. Фильм назывался «Борьба». После 7 фильмов она уволилась, чтобы работать в театре, сотрудничая с Джоном Хаусманом, за которым она была замужем с 1929 по 1933 годы. Она также преподавала актерское мастерство людям с нарушением в обучении. Свое последнее появление в кино она снялась в фильме ужасов 1986 года. Он назывался «В поисках живых мертвецов». Была жената трижды. В 1962 году была приглашенной артисткой в Нью-Йорк, где она поставила «Дон Жуан» в аду. Умерла от пневмонии в больнице в штате Нью-Йорке 24 сентября 1993 года в возрасте 89 лет. Была кремирована, а прах развеян на семейной ферме в северной части штата Нью-Йорк. Вот такие небольшие данные о австроамериканской актрисе Зита Йоган, урожденная Элизабет Йоган. Пока-пока, до свидания, смотрим фотографии.